тонкий кусочек вяленого мяса – это отличная закуска к бокалу холодного пива и не только. Зачем покупать готовое, если его можно сделать самостоятельно? Итак, рецепт, как приготовить домашнюю бастурму. Для приготовления можно использовать баранину, говядину, оленину, козлятину. Чем лучше качество мяса, тем вкуснее бастурма у вас получится, тем более, что от свежести зависит и ваше здоровье, ведь мясо не поддается термической обработке. Есть множество названий у этого деликатеса, например, пастрами или пастирма. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Жду ваших лайков и комментариев. А теперь ингредиенты. Баранина 1,8 кг, соль 1 стакан, паприка 1/3 стакана, пажитник 1/4 стакана, кмин 1 столовая ложка, чеснок 1 штука, вода 0,5-1 стакана, количество порций 1,5. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. До свидания.